В окружном избиркоме завершилась выдача открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям на досрочные выборы губернатора Архангельской области. Почти всех избирателей своего 42-го участка, который располагается в школе номер 2, Елена Ардеева знает в лицо, хотя их более 1000 человек. Членом избирательной комиссии она стала в 90-х годах и за это время прошла путь от секретаря до председателя участковой избирательной комиссии. За 10 дней до единого дня голосования Елена Геннадьевна получила на свой участок открепительные удостоверения для досрочного голосования на выборах губернатора Архангельской области. Как показывает практика, за открепительными приходит немного человек. То есть, если там такие более как бы значимые, так скажем, для нашего населения, то есть это, например, президента, выборы президента, то там побольше может прийти за открепительным, потому что люди, значит, уезжают там в отпуска, в командировки. Открепительные на выборах президента или депутатов Госдумы действуют на всей территории страны. А вот на выборах губернатора Поморья избиратели могут проголосовать по открепительным удостоверениям только в округе и области. Документ состоит из двух частей – само открепительное и отрывной талон, так как выборы могут пройти в два тура. Тогда в первом изымается талон, а на втором – основной документ. Вместе с удостоверениями председателям и членам комиссии были переданы списки избирателей. До 12 сентября они будут уточняться. Огромная просьба к избирателям Ненецкого автономного округа. Пожалуйста, обратитесь на свои избирательные участки в случае, если вы переехали, поменяли место жительства, например, из одного участка в другой. Да, то есть понятно, что у нас сейчас было массовое переселение из ветхого аварийного жилья. Вы могли в это время оформить право собственности. И не всегда органы Федеральной миграционной службы, местного самоуправления владеют этой актуальной информацией. Узнать свой избирательный участок жители региона могут по номеру информационного центра 457-65, а также 457-66. Алена Валеева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».